Всем привет, ребят. Ну что, многие из вас спрашивают насчет одного интересного героя, показать его, как это оккультист, какие варианты сборок, что ему ставить, в общем, чем хороший герой. Он атакует одну цель, это как бы не самое основное, дамаг вроде как бы и большой, но его бессмысленно собирать на дамаг. Он самое интересное, на максималке снимает там в основном с 5, на максималке с 6 героев. Дебафы также накидывает щит на 2 секунды, когда активный щит, они полностью атаку превращают, ну, которая по них проходит, превращают в отхил. Кулдаун 3 секунды, то есть довольно-таки неплохо. Также герой имеет на 50% получает меньше дамага. Имеет встроенный быстрый набор энергии, иммунитет к стану, страху и молчанке. А какие варианты сборки, чтобы я посоветовал вам? То есть варианты у меня вот такой вот вариант. Это вариант от Зефира, которые есть в игре, которые игнорируют бронь, также дуалянты. Сейчас мы найдем Зефира интересного с воодушкой. Вот смотрим. Ну, это у нас вот 70, 73, но, как видите, пробивается, как и все герои, на ура, но это лучше, чем он будет вот в такой вот сборке с вальсом. Вальс по-своему хорош, но для вальса тоже надо хорошее созвездие. Так, у нас тут зефир не заряженный. Сейчас попробуем. Вот Фрея долбит, ну, то есть плюс, конечно, такого варианта, там ребята даже просили показать с вальсом плюс выживание, вот вариант вальс плюс выживание Дафной. Если у вас есть уклонение, в принципе, неплохо, его будут пробивать. Вот видите, 30-й огнем, все равно пробивает. Пробивает, он хоть себя и хилит, но это его не спасает. Сейчас попробуем найдем Зефира. С воодушевлением, чтобы вы увидели разницу, сколько там было, 73. Так, тут зефира у нас нет. Что-то все этих королеву ставят. Так, вот здесь рядом есть нормально. Мисс, 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 вот по 100. Сколько там вылетает, я не вижу. 165к. Но единственный с этой стороны плюс. Так как Зефир дамажит очень много, он не дамажит. Ну, то есть очень часто он не дамажит много. За счет вальса, именно такой сборки плюс уклонения, Зефиру будет сложнее убить вашего оккультиста. Ну, там, понятно, и других героев. Потому что оккультист будет давать тоже дополнительно и деф, и отхил. Но такая вариация против нормальной точности просто не катит. Вот, поэтому поехали дальше. Поехали определяться по вариантам сборок, что можно поставить. Ну, вариант либо СО, либо огненка. Это такой для бездонатов большой вариант. Если у вас же есть возможность собрать для героя в созвездиях побольше уклонений, то есть побольше. Давайте попробуем. Вряд ли мы что-то вытащим. А нет, вот смотрите, еще дополнительно бонус получили. Повезло. То есть такой вариант хорош для донатов. Плюс выживание, там парень просил. Вот вариант такой. В основном лучше ставить ИСУ Огненко. Это такие варианты, которые и на фарме будут хороши, и на битве гильдии, в принципе, тоже будут хороши для бездонатов. Для донатов и тот вариант хорош, плюс уклонение. Либо же ставить вальс, он туда еще и будет хилиться дополнительно. Собирать его на дамаг, ну, просто бессмысленно. Это герой наподобие ворожая, там многие переживали, что он заменит ворожай. Ну, ворожай по-своему хорош, этот по-своему хорош, немножко разные чуть-чуть герои. Этот дает отхил, там, непостоянный плюс деф. Ворожай тоже снимает вроде и негативные эффекты, но он отхиливает намного круче. Плюс куча всего делает против героя противника. Где-то он вроде рядом, а вот.
Вот, если посмотреть, тоже 6 целей, 6 целей понижает скорость передвижения на 3 секунды, ну такое, восстанавливает, конечно, он круто. Также добавляет бонус атаки. Этот же атаку по сути не дает, но он имеет свои свойства, то есть он больше дефа дает и плюс неплохой отхил. Ну опять же, это тот же самый, такой же самый линейки герой, как и ворожей, то есть его надо чисто на деф собирать, СО, огненка, вальс, по максимуму, по возможности уклонения. А в созвездиях нет возможности, собирайте побольше хп, чтобы подольше. Ну а хп вас не спасет, лучше все-таки как-никак наролить хоть какое-то уклонение, это лучший вариант будет. По чаркам. По чаркам какие варианты? Если у вас, конечно же, будет огненка, не бойтесь там ставить священный суд. То, что понизится там входящий урон, это вам же лучше. Плюс отражалка все равно будет нормально работать и против Зефира, который бьет через любой деф, но против других героев это неплохой вариант, плюс увеличится отхил. Либо же такой вариант, так как герой. Поехали, его выпустим. Как видите, герой не ближнего боя, то есть обряд лечения ему тоже довольно-таки неплохо подходит. Дополнительный отхил, плюс увеличение жизни. Ну, огник все равно даже в такой сборке, там еще и Фрея дамажит. По чуть-чуть разбирает. Все зависит от количества уклонения, конечно же, и от количества точности у противника. Ну, вариант довольно-таки неплохой. Отхила как бы хватает. Либо же пробовать вариант, ну у меня такой, у меня в принципе, мне этот вариант больше нравится, так как он еще себя дополнительно хилит, он имеет кучу иммунитетов, что немаловажно, иммунитет к стану самое основное, поэтому у кого есть иммуны к стану, вот этот талантик довольно-таки неплохо подходит, плюс страху и молчанию, то есть вообще супер, не блокируется по сути, вот. Плюс дополнительно жизнь и восстановление. Поэтому вот такой вот вариант вообще оптимальный. Ну, для меня в топе. Можно такой вариант ставить. Ну, то есть я вам поэтому рассказал. Давайте еще раз зайдем. Что еще можно по чаркам? Раз, два. То есть таких два варианта. Суперсилу, ну, бессмысленно. У него быстрый набор, и атака ему не нужна. Вариант там для бездонатов. Есть лишний доспех, можете поставить доспех как вариант. Если вы хотите там больше дефного варианта, то можно еще поставить. Ну, так это уже, конечно, бред будет. Ну, дает атаку и плюс 15%, там еще дополнительная отражалка, соответственно, да, так как он не блочится. Ну, можно лучше поставить, даже вместо этого поставить хранитель леса, который дополнительно даст хоть какой-то отхил. Ну, это такой малобюджетный вариант. Самый бюджетный вариант это вот раз-два. Лучше вот даже этот вариант, он лучше ему подходит. По эмблемам. По эмблемам я бы, наверное, сделал самая оптимальная сборка. Это вот такая вот Огненка плюс, ну, питомца, питомец выбирается под каждую локацию свой, но в данном случае, чтобы его так по минимуму сливали, да, лучше вот сделать такую сборку. Что у нас получается? У нас получается так, от Зефира немножко перестраховки и от остальных героев плюс от хилы, от чарки. Ну, видите, он набор у него быстрый, то есть ему ремка однозначно не нужна. Он, если я не ошибаюсь, он автопрокер. То есть он набирает энергию и юзает ее наподобие что-то душегуба. Где-то очень похоже, кстати. Только душек ему надо цель. Сейчас пусть дойдет уже до Зефира. Вот, Зефир его, как видите, дамажит, в данном случае получает отражалку, он себя хилит, он имеет неплохой деф, то есть его не пробивает по 100, его пробивает по 70,
4К на такой отражал, ну, на таком таланте. То есть от Зефира это вариант неплохой, плюс имеет отхил. Ну, для этого надо уклонение хорошее. Ну, в принципе, этой сборки свободно хватает, чтобы он противостоял Зефиру 30-му, и он его не разберет. Если же сюда кинуть дополнительно там стрелка. Этот ему будет давать дополнительно подхил. Ну, видите, стрелок у нас хорошо пробивается. Разницу видите, да? Ну, можно там, допустим, еще землеройку запустить. Вот стрелка уже слили. Ренка с огненкой, ворожея. И вражеский зефир по чуть-чуть, по чуть-чуть. И все равно смотрите, как дамажит. Сливает только так. А, там Фрей бьет, в принципе. То есть он может свободно танчить без проблем. То есть это такая самая оптимальная сборка. Священный суд, если ему поставить, если вы будете его в тиме в пачке использовать, с ворожаем вместе, то это, конечно, получше будет вариант, чем обряд лечения. Ну вот вам явный пример еще Фрэнк, который, как видите, дамажит, плюс стрелок, все равно он быстро заряжается, то есть этого вполне хватает, плюс у него срабатывает вальс. Это по возможности у кого есть вальс. Если нету вальса, есть вальс талантом, ставите вальс, ролите там немножко уклонений, ставите со, либо там любой дафный вариант, этого тоже будет хватать, либо выживание поставить, как вариант. Ну, выживание там в 3 секунды дает неуяз. Ну, он хоть не будет так пробиваться, так как у него есть иммунитет к молчанке, то есть огненка ему очень хорошо подходит под любые локации. Все равно слили. Вот так вот. Вот такой вот герой. Пишите в комментах, какого следующего героя вы хотите посмотреть по талантам на разборе. Всем удачи, всем пока.